Ну вот у нас... Какой сегодня день? Среда. Но очень холодный день, друзья. Весь этот ураган с Челябинска вчера показывали. В Челябинской области что творилось? Ужас. И холодно, и ураганы такие. И вот этот ветер к нам, короче говоря, перебирается. Вот я не знаю, дошел уже полностью или нет. Но, в общем, очень холодно сегодня. -26, но с ветром, друзья. Такие порывы ветра нехорошие, что ощущается как -40. Как люди пишут, у нас в итоге Алёша сегодня даже не завел машину с утра. И деду пришлось его везти на своей. У него, слава богу, завелась, потому что... Вот. Такие у нас новости. Ну, мне сегодня, слава богу, получше. Ухо сегодня ночью не беспокоило меня. И, слава богу, думаю, пока затихло вроде ничего. Видимо, после бани. Что мальчику надо? Ну что это? Ну что это? Вот артист на нас, да? Камеру увидал и пришел сразу. Довольная весь. Знаете почему? Потому что сегодня ни в школу не идут. Ему сейчас классная руководительница написала, что сегодня можно не ходить. Ну, конечно, она же не может отменить вам совсем занятия. Конечно, это не по закону. Но написала, что можете не ходить, сделайте только работу по... Короче говоря, им дали по биологии какой-то надо сертификат по питанию делать. Вот. То ли учитель аттестовывается, то ли что. В общем, они его начинали делать на информатике. В итоге домой им дали доделывать. А, там паспортные данные вводить. Что-то там, короче, все серьезно. Какой-то сертификат питания делать надо. Но это как бы, я так понимаю, по биологии все-таки, да? Какие кредиты? Да нет. Не сочиняй. Вот. Фадея тоже утром дома оставили, потому что он в 7 утра проснулся. Мама на улице 29 показывает. Ну, действительно, было почти 30. 28-29 где-то вот так было. И ветер, поэтому... Он сегодня тоже сидит дома. Сейчас вот домашку будут скидывать, так начнем делать домашнюю. Со всеми после обеда, да? А до обеда я тоже свободна. И после обеда я свободна, потому что сегодня в классе тоже выдуло все. Матвей, ну не брякай, не ходи. Вот, все выдуло, и холодно, и что-то я подумала, и сразу всем написала. Ну, у меня сегодня немного народу было, так я это написала, чтобы не ходили. Ну, во-первых, пока дойдут, промерзнут. Потом обратно, если кто пешком ходит, так... Да и даже на машине, так я сама просто буду сидеть в классе, опять промерзну, опять ухо заболит. Поэтому все отменилось сегодня, раз холодище, поэтому... В школу не идут, и ко мне не надо. Сидим дома сегодня, в общем, так вот. Продлили себе маленько выходной. Выходные. Вот. Ну, а что мы сегодня хотим? Мы вообще хотим сегодня, честно говоря, маленько посеять. Сейчас приду я. Смерим ему инсулин и поставим, если надо. Сейчас досниму, скажу, что я снимаю. Так. Что хотела сказать? А, ну вот, хочу я что посеять? Хочу я сегодня посеять петунью, друзья. Во-первых, во-вторых, у нас сноха наша Нина попросила на нее перец посеять, поэтому что-то вчера не очень себя чувствовали, так много сеять не стали. Только на себя посеяли, и ни петунии не занялись, ничем. А по сути-то можно уже и лук бы посеять, этот самый, и парей. Опять сейчас скажу парей. Вот, и эксибишн хочу посеять. В общем, планов много, но сегодня не знаю как. Все, наверное, не успею, но вот как минимум хотела посеять петунию. Вот такие дела. Хому еще надо мне перетащить, потому что хома там, во-первых... Ну, иди тогда, начинай на столике, убирай в комнате. Все лего в этот пластмассовый ящик белый складывай. Аккуратно домики складывай, не разрушай, но разъедини их, ладно? Вот, столик освободим в комнате, хому перенесем. Он дрожит, давай, иди. Он замерз сегодня, дует. Говорю, все, из-за этого ветра все выдувать начало. Я иду. Вот, дед меня зовет. Он поел, хочет посмотреть инсулин, что у него надо, нет, поставить. Что еще? А, ну сегодня я на весы встала, друзья. Рада бесконечно опять. Вот уже 10 дней как бы от предыдущего взвешивания прошло. И еще килограмм. Увидела я сегодня новую заветную цифру. Вот. И, в общем, настроение сразу улучшилось с утра. Что мы будем на обед сегодня? Вот надо вот сейчас нам думать.
честно говоря, еще не думали. Мясо сейчас, наверное, занесу говядину и перемелим-ка мы ее в фарш. А, Матвей, хочешь котлетки? Вот я думаю, не котлетки только, а бигус бы сделать с капустой со свежей. Купила свежую капусту, новый урожай. Хочу ее либо салат сделать, либо стушить. Тушить она тоже нежная будет вообще-то. Ну, в общем, посмотрим. Так что, вот так. Ладно, пошла делать дела. Пойдем и Хому сейчас перетащим первым делом. Друзья, вот такой сегодня готовлю обед. Алеша, сейчас дед поехал забирать с работы. Вот, попробую сейчас в обед завести уже машину. Мы с Матвеем делали сейчас работу, вот этот сертификат по правильному питанию. Короче, получили на сайте на каком-то новосибирское научно-исследовательское общество, там какой-то, я не знаю, институт научно-исследовательский, вот как. Вот, и там по биологии вот им задали, чтобы они прошли вот этот курс весь. В общем, прошли мы быстренько-быстренько, сейчас все сделали, отправили результаты уже классным руководителям. Вот. Так что он, в принципе, свободен, пока уроки не дали сегодняшние. Ну, посмотрим, может быть, уже в дневнике-то есть. А так разрешили мне ходить, так что он со спокойной совестью сегодня сидит. Вот, ну что, смотрите, кто у нас переехал. Хома, ты на месте. Маленько надо у него, конечно, будет подстилку менять скоро. Ну, так вот мне нравится. Я его высадила в этот раз на камушки. Фу, камушки. Как он называется? Это грунт кошачий. В общем, вот это вот... не знаю, как они называются. Камушки, в общем. Не древесные, а каменные. И он хорошо впитывает. Даже вот у него где эта пипка его подкапывает иногда, да? Шарик сместится, подкапывает. Она как бы впитывает. Нет никакой влаги грунта, поэтому... В принципе, все у него... нормально. Ну, вот так вот. Да, Хома? Сейчас он будет у нас дома сидеть. Вроде вот сколько он уже час простоял, но грязи не вижу, не накидал грунта пока. Если только его не будут кошки пугать и собака, тогда он не будет как бешеная носиться и не будет выкидывать из клетки мусор. Вот. Такие дела. Все жду, когда у меня еще... облепиха посходит, а она, друзья мои, всходить начала еще одна, смотрите. Вот, второй лезет, ура! То есть они все, в принципе, сейчас у меня взойдут, посмотрим, что получится. Один стакашек я уже унесла отсюда. Классно, холод, чтобы они не вытягивались, росли сразу в суровых условиях. Вот, так что все-таки всходит облепиха. Значит, можно ее вот так вот косточкой размножать. Ну ладно, пошла я Алёшу сейчас кормить буду. Сама поем запеканочки. Ой, Матвей веселый носится. Да, хорошо-то как, да? Да? А ты в дневнике посмотрел, что тебе доделывать еще какие домашние? Нет, я еще делать собираюсь, но я отдыхаю. Да, ну тебя дурит хоть. Потом вечером. Ну ладно, пошли кушать. Так, ну что, рассказываю послеобеденные дела, так как уже вечер, уже ужинаем, сидим. В общем, что, бабушка сегодня у нас ходила к зубному. Вот. Лунка у нее почему-то не закрылась. В общем, ей опять прочищали и лекарства положили, какую-то губку с лекарством. Он сейчас будет с губкой с этой заживать. Вот. Ну, она сказала, у пожилых людей так бывает. Вот, так заживаемость, видимо, такая. Вот такие дела. Потом что мы делали? Мы в классе готовили окна, убирали все цветы, переносили. Хому переносили. Хому я показала, что принесли. Вот. Застилали окна. В общем, я вам ролик сняла на дела хозяйские, что у меня там на окнах. Сейчас увидите в ролике. Вот, лампы подвешивали. В общем, все оборудовали там. Потом сеяли опять с бабушкой. Снохе посадили перец, и петунью сегодня посадили, лук посадили, там трех видов, да, ну не видов, а трех сортов, вот, все вроде, да, петунью посадили, я сказала, ну вот, в общем, сеяли, это мелко и кропотливо, до 5 часов прокопались, вот Алёша сейчас пришел только, так давай скорее мясо поджарили, такое вот сделали, обжарили с морковкой, с луком, с
соусом маленько сделали. Ну, как соус? Я свекловичную купила, нет, вот клетчатку, там. Очень хорошо нет, получается, бульону. Залил. И туда это свекло... как это? Клетчатка свеклы, да, называется она правильно? Вот. И добавляешь, до того хорошо он загущает. Слушай, одну чайную ложку положила, и она соус такой, как, знаешь, как будто с крахмалом получается. Я послушала, что ты... Ага, ну понятно, я тебе потом расскажу. Ладно, ну в общем, сейчас мы поедем к Наталье. Наталья позвонила, что привезли мясо, мы хотим свинины взять, перекрутить на фарш, поэтому за мясом сейчас поедем. Завтра буду варить. А, тебе на плов оставить, да, мясо? Ну посмотрим, да. Посмотрим, сколько там чего будет и какое, поэтому решим. Или что-то оставим на гуляш, или просто, или все перекрутим, смотря что она даст нам. А что там? Вот, и так надо в магазин сегодня съездить, Алёша говорит, в Магнит мне туда сходить, в местный, посмотреть, какие там цены, да? Так что, и для второго канала поснимаем тоже. Для третьего уже, да. В общем, по сравнению цены. В Магните 100 лет не были. У меня хоть так стимул ее сейчас пройти по всем магазинам Рамили. Обследовать их, ассортимент посмотреть. А то уже годами не ходим, один верный ходим, и все. Вот. Посмотрим. Ну все, давайте сейчас мы поужинаем, да поедем. В общем, друзья, едем мы в магазины. Сначала в Магнит сходим, потом к Наталье я сбегу. Сегодня Алёша пойдет со мной в Магнит. Ну как? Впервые за последние два года. Да? Почему? Да за год. Я же перестал ходить, когда... Ну ты только со мной в метро ходил. По-моему, да? И в Ленту еще ходили. В Ленту ходили, вот. Парамильским он со мной не ходил. Фашан еще... Так что все. Давай, папель, уже действительно снимай карантин. Будем теперь всегда ходить ты, вместе. Ты уже и верный и, тоже. Верно, мы, наверное, будем ездить уже реже. Нам же надо делать это. Он со мной, знаете, почему идет? Потому что нету там тележек, нельзя выехать на телеге. А я ж как попру-то, на себе не попру. Поэтому едет со мной, чтобы сумки, пойдет со мной сумки нести. Да, папель? Вот, смотрите, какой красивый сегодня у нас закат. Солнце совсем почти село. Видишь, как... И вьюжит, страшное дело, видите, что творится. Не видно, наверное, опять будет на камеру. Ну, у нас-то хоть получше, чем в Челябинске. В Челябинске вообще все дороги, все замело, да? Смотри, какая красота сегодня. Голубые, розовые полосы на небе. О, учебка учится разворачивать машину. Ой, да. Давай, сейчас хоть, ладно, недалеко ехать 5 минут, так я не успею промерзнуть, а так вообще холодно. Опять промерзну, заболеет у меня все. Насадилась, так вечеру-то опять шею что-то схватила. Видимо, уже просто от напряжения. Ну, сегодня, в общем, у Фадея в классе пришло 6 человек. Он звонил другу, который ходил в школу. По математике, говорит, контрольную какую-то писали. Ну, что там 6 человек написало, ну и что, дальше. Все равно, наверное, будут снова переписывать или что. Вот. А у Фади, у Матвея было... Так, он тоже сказал 6, тоже 6 человек, говорит, было. Ну, что, вот так, помаленьку. Сегодня сходили, но, думаю, ничего нового не брали, ну, посмотрим. Что-то домашнее не сообщает никто. У Фадея, он, этот мальчик сказал, что ничего не задали. Матвея, если в дневнике, только поглядим еще. Так-то, в общем, это. Вот, смотрите. Магнит у нас здесь вот находится. Как всегда, встать негде, да? Если негде встать, а ты извечная. А вот сюда вот вставай. Да. Вот он, видите, Магнит. Вот сюда сегодня пойдем. И будем делать обзорчик. Сравнивайте цены, друзья. Ой, в общем, друзья, сходили мы в Магнит. Совсем, видите, темно стало за это время. Ну, в общем, сходили и сказали, хорошо, что сейчас сходили, больше не пойдем. Ну, почему? Ну, неудобно. Неудобно. Во-первых, в сумках приходится тащить, кое-как вдвоем утащили.
Машину припарковать неудобно, далеко, далеко приходится тащить тоже. Ну, в общем, кое-как припарковались. Ну, я не знаю, товары мне показалось дороже, но посравниваем еще. Ну, понятно, что есть какие-то товары, которых, допустим, нет в Верном, ну, в общем, так. В общем, смотрите на канале «Сравни цены», покажем, чего мы набрали. Вот. Потом заходила к Наталье и взяла 6 килограмм мяса. Она мне навешала 6 килограмм мяса. Ну ладно. А что еще ты взяла? И сосиски взяла. И сосиски рубленые взяла, которые с кусочками мяска. Такие. Ну вот и все. Едем домой теперь. Будем фарш сейчас крутить. Такие дела. Ну что, друзья, как и обещала, с мясом мы разобрались. Фарша получилось 3 килограмма. На плов килограммчик изрезали. Бабушка завтра будет ребятишкам да деду плов варить. Ну, без Матвея, конечно. Это я Матвею нарезала такие вот стейки. Сейчас отобью, замочу их, наверное, в горчично-соево-соусном рассоле до утра. И, в общем, вот так вот. Будем завтра с утра ему отбивные сделаем, а к обеду будем рыбу жарить, оттаивать положили. Вот такие вот дела. Дед головки варит. Собачки сейчас понесет Байкала кормить. А бабушка что тут, рыбу солит, да? Семгу. Последний кусочек. Ну, кто это у тебя не солит? Не семга, а это форель, что-то лосось. Лосось. Так что вот такие дела. Так вот мы закончили сегодня день. Опять устали. Вот. Пойдем сейчас отдыхать. С вами будем до завтра прощаться. Все, давайте всем удачи и пока-пока.